когда речь заходит о сохранности наших детей, не может существовать компромиссов. Отправляясь в дорогу, будь то дальнее путешествие или поездка в магазин, родители обязаны усадить свое чадо в специальное детское кресло. Помимо того, что это снижает риски травмирования, так еще и штрафы платить не придется. 12 июля 2013 года в Молдове вступили в силу изменения правил дорожного движения, которые предусматривают, что дети в возрасте до 12 лет могут перевозиться только в легковом автомобиле, который оборудован специальной детской удерживающей системой. Но порой ее приобретение может обойтись, как говорится, в копеечку. Автомобильный клуб Молдовы при поддержке Международной федерации автомобилизма, Национального инспектората патрулирования, Фонда ФИА и Восточного альянса за безопасность и устойчивое развитие транспорта запустил проект «Доброе кресло». К сожалению, у нас в Молдове у многих родителей нет возможности приобрести детское удерживающее устройство, то есть детское автокресло. По закону родители обязаны перевозить своих детей до 12 лет только в детских удерживающих устройствах. Если родители уже больше, их дети больше не нуждаются в автокресле, они могут подарить ребенку или особенно нуждающейся семье это автокресло. Ознакомиться подробнее с программой можно на сайте babyforbaby.org. На сайте babyforbaby.org есть две кнопки сразу на начальной странице, на домашней странице. Отдать кресло и забрать кресло. Родители, которые отдают, заполняют форму. Обязательно надо указывать возраст ребенка, вес ребенка обязательно. И таким образом у нас создана специальная база. Те, кто хочет получить кресло, также заполняют анкету. Чтобы лучше понять родителям, те, кто все-таки хочет получить кресло, благодаря нашей платформе «Доброе кресло» babyforbaby.org, я хотела бы пояснить, какие критерии, а лучше сказать рекомендации у нас для того, чтобы все-таки отдать это кресло. В первую очередь у родителей должна быть машина, а во вторую очередь должна быть многодетная семья, не менее двух детей, и доход семьи должен быть ниже среднего по стране. Вот это самое главное. Мы отдаем предпочтение, так скажем, таким семьям. Получателей кресел отбирают случайным образом при помощи сервиса Random. После организаторы проекта связываются с счастливчиками и заключают с ними контракт. Кресла даются в пользование на год. После семья возвращает их в проект, где кресло вновь находит своих новых обладателей. Первый подарок поступил от спикера парламента Андриана Канду. Он подарил от имени своей семьи одно кресло. Мы уже его тоже подарили на официальном открытии семье с лицея «Универсул». Это многодетная семья, и поэтому они очень были рады получить. Сейчас они используют очень хорошие отзывы. Организаторы проекта отмечают, что пока спрос значительно превышает предложение. Дабы увеличить интерес к платформе babyforbaby.org, они планируют целый ряд мероприятий. Людям, подарившим кресло, помимо осознания совершения доброго поступка, также полагаются приятные подарки. Мы, конечно, хотим как-то отблагодарить и семьи, родителей, которые доброго сердца дарят эти кресла. Поэтому мы обязательно как-то поощряем и благодарим от имени автомобильного клуба и всего проекта. Дарим вот такие вот машинки антистрессовые, сумки, эко-сумки, на которых есть надпись «Подари кресло, подари добро». Майка тоже с надписью, с главными логотипами проекта. Кружку специальную, термокружку. Я думаю, что это ценные такие подарки. Да, они символические, но все-таки какое-то поощрение, какая-то благодарность должна идти с нашей стороны. Выбор получателей кресел проводится раз в две недели. Более подробную информацию можно найти на сайте проекта «Добрые кресла». И для завершения немного статистики. Удерживающее устройство снижает уровень смертности на 80% для детей и на 70% для младенцев. Для детей в возрасте от 5 до 10 лет удерживающее устройство снижает риск получения травмы на 77%, в то время как простое использование ремня безопасности лишь на 19%. Thank you.